Светлана Капанина родилась в Кокчетавской области Казахской ССР. Окончила Целиноградское медицинское и Калужское летное училище. Заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер России. Пятикратная абсолютная чемпионка мира, двукратная абсолютная чемпионка всемирных воздушных игр, двукратная абсолютная чемпионка Европы, обладательница 32 золотых медалей в различных авиационных дисциплинах. Награждена медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени и орденом почета. Награждена золотой медалью Сабихи Гёрчен, наградой моим, как единственная пятикратная на то время абсолютная чемпионка мира по высшему пилотажу. Награждена медалью столетию моей, как лучший пилот столетия. Абсолютная чемпионка всемирных воздушных игр 97-го, 2001-го. Летчики не умирают, они просто уходят в небо. В памяти тех, кто не вернулся, посвящаю. Возвращаться плохая примета. Я тебя никогда не увижу. И коснутся весны смелой лысью. Никогда не увижу, я тебя никогда не забуду.
Люди аплодировали. Да. А поцеловать? Давай. Ой, сейчас расстегнусь.